Артём! Раз-раз, проверка связи. Это я, Дамир. Надеюсь, ты меня слышишь? Я на объекте. Гюль меня чуть не подстрелила. Думала, враги. Внимание! Аварийная остановка системы вентиляции. Всем приготовить средства защиты и оставаться на местах. Ждать дальнейших указаний. Слышал, Артём? Степаныч, херовые дела. Через те трещины, что на нижнем уровне получились. Как крайний раз тряхануло, газ просачивается. Токсичный, чтоб ты понимал. Вентиляция его пока вытягивает, справляется. Но что, если снова свет отрубится? Или тряхнет еще разок, и трещины пошире откроются? Я Викторовичу доложил, а он в своем репертуаре. Сидит у себя в командирском кабинете, бухает и толдычит одно и то же. Не разводить панику, придерживаться директивы 01. Да, тоже я не знаю, что тут делать-то. Артём, я попробую открыть нижние уровни. Так, где-то тише было. А, вот оно. Открываю! Система вентиляции работает в штатном режиме. Всем действовать согласно инструкции. Перебрались на старый маяк. О том, чтобы дальше жить с Гюль в Одинаре, не может быть и речи. Каждый день открываются новые газовые гейзеры. Скоро весь бункер завалится. Надеяться не на что. Никто уже не знает, зачем мы здесь. Работать невозможно.
спускаюсь вниз только за жалкими крохами, которые теперь называются пайком. Хочется верить, что наверху безопаснее, но это тоже самообман. Thank you.
там так и застрянешь. Приготовься, выключаю! Мама, я наизнала! Мама, я наизнала!
Лифт уже не нужен! Ламир! Электричество почти вышел весь! Скоро совсем же! Ай, шайтан! Артём, Юль, уходим! Пока есть свет, они не бросятся! Бегом, марш! Так что осталось отвезти их к полковнику на базу. Кстати, тачку эту я пригнал. Она тут, на причале. Как этот лифт вообще работает? Весь бункер ведь в трещину. Мама говорил, его много чинил. И остальное тоже. Ты прав, Мэтт. Спасибо тебе, Артём. Это тебе. Когда я маленький был, отец дарил. Дамир говорил, с вами девочка едет. Отдай ей. Пусть удачу ей принес. Вы очень везучи. Мунай Байлер много поход ушел, почти весь. Если отдам его тут, вы бы уже мертвы были. Здесь заправляет этот барон. Мой народ сам выбирал свою судьбу. Как это сам? Сами в рабство пошли? Сам. Мунай Байлер сказал, работал на меня, я защищать буду. Он согласился. Мунай Байлер сказал, почитал священный пламя. Он тоже согласился. Ну, тогда ведь у них и выбора не было. Сражался, был выбор. Сражался и умирал, но не ставал раб. Не все к этому готовы. Надо был готов. Я всегда готов. Потому и сражаешься одна. Ха! Для оборон меня один хватит. Но убьешь ты его, а дальше? Барон мертвый будет, тогда буду про дальше думать. Тоже верно. Иди, Артём. Удачи пожелать. Беги, пожалуй, Артём. Позже поговорим. Давай, Артём. Хорошей дороги. До свидания, Артём. Короче, пахан этот настоящий полковник.
Ага. Ты приходил сюда не просто так, а по вашему заданию верховного командования. Что за задание, правда, не колется. С фондом секретное оно. Но, мужики, если думаете, что это все, то хрен там плавал. Знаете, откуда это полковник пожаловал? Прямиком из Москвы. Давно так держал-то. Так это еще не все. Этот клоун хочет воды, топлива и проезда по нашей территории. Всего ничего, правда? А взамен верховное командование нас щедро потом... Пойдем, покажу кое-что интересное. Меня эта пыль доконает. Смотри, как я тут устроилась. В Москве было похоже. Правда, жарище тут, духота. Чувствую, скоро свалюсь, как Степа. В общем, что я тут разведала? Видишь кран на краю пирса? В кабине кто-то есть. Толком не разглядеть, но мне кажется, он меня заметил, как только я пришла сюда. Для наблюдения за базой точка отличная, так что проверить нужно. Теперь посмотри на тот разбитый корабль. Самый большой, у самого обреза воды. Видишь? Так вот, он не разбит, а разобран. Туда несколько раз подъезжали грузовики с клетками. Похоже, эти бандиты держат там местных. За портом какое-то здание. Думаю, это диспетчерская аэродрома, но не уверена. В любом случае, техники там должно быть много. Может, найтись что-нибудь интересное. Вижу, ты нашел карты. Молодцы вы с Дамиром. Я буду дальше следить за вышками, а ты решай, что делать дальше. Как же хочется смыть с себя песок. Быстрее бы убраться из этой пустыни. Если собираешься в порт, на крыше как раз канатка в ту сторону. Ты поаккуратнее там, ладно?
Артём, у меня Дамир на связи. Садись, я быстро. Ох, и песок везде. Хорошо, конец связи. Нашел? Молодчина, Артём. Хорошие новости. Артём добыл карты. Молоток, Артём. Ой, как же здорово. Сергей, приступай. Я тоже подключусь. Данных вот, много. Попечу. Чем скорее разберемся, тем лучше. Карты у нас. Теперь надо думать, как убраться отсюда. А с этим серьезная проблема. Нужна вода. И для Авроры, и людям, сам видишь. Ребята один за другим выбывают из строя. Сильное обезвоживание. Еще нужно топливо. Все это есть у местных головорезов. Я связался с их главарем, так называемым бароном, но его условия неприемлемы. Юля рассказала, где источник, но он, естественно, охраняется нефтяниками. Дамир провел разведку. Шанс проникнуть туда скрытно есть. В общем, Артём, как будешь готов, выдвигайся навстречу с Дамиром. Ваша задача — любой ценой доставить воду на Аврору. Удачи, Артём. Мы все рассчитываем на тебя. Крест, как там погодка? Буря, кажись, вышла вся. Я на пост. Отлично. Дедушка Ермак, а у вас воды совсем больше нет? Дядя Артём, это мне? Ух ты, спасибо! Смотрите, дедушка Ермак, у меня теперь фляга есть. Ну, теперь попросим, чтобы в нее воды налили. Будет твой неприкосновенный запас. Вау, спасибо! Мам, мне дядя Артём флягу подарил. Ну, что я могу сказать? Не зря мы сюда ехали. Артём, пока тебя не было, я доделал для тихаря еще одну штуку. Можешь установить, верстак тебя ждет. Уже разобрался? Пушки не забывай чистить регулярно. Песок, сам понимаешь. Кажется, да. Уровень заражения показан цветом. Они и динамику изменения фона сделали. А когда? Давненько. Будем надеяться, что за это время ситуация не ухудшилась. По каким районам карты? Средняя Азия, Западная Сибирь, Урал, европейская часть страны. На месте особо не церемоньтесь, положение критическое. Еще пара дней, и мы не то что от нефтяников, от своры собак бродячих не отобьемся. Барон говорит! Интересные дела!
вернуться, браточек. В крайнюю бурю кто-то вырезал наш пост в развалинах. И по времени, и по всему, это гастролеры с паровоза. Я им предъявил, но они с темы съезжают, типа не при делах. А только видели их людей на точиле, что у пацанов на посту было. Короче, отморозки по всему полные, поэтому клювами никому не щелкать. Всем отбой, барон сказал. Варианты.
Курили жигана, падлы! Братва!